Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 25 центов Канады. Монета посвящена месяцу октябрю. Эта серия состоит из 12 монет миллениум, уходящие тысячелетия. Октябрь написано на французском и английском языках. Дата 1999 год. Страна-эмитент Канада внизу. И символы коренных жителей Канады. Она так и называется. Дань первым нации. Монеты изготовлены из никеля. Вернее, сталь, покрытая никелем. Гурт рубчатый, 1,58 мм. Вес 5,05 грамма. Диаметр 23,88 мм. На монеты изображены стилизованный орел, который пользуется, национальный талисман индейцев. Эскимосская лодка. Коренные жители — индейцы-эскимосы. Есть еще и некоренные индейцы, хуроны, которые пришли с территории современных Соединенных Штатов. Индейцев около 1 300 000. Говорят они на 58 языках. Живут они преимущественно в резервациях, где считаются полноправными хозяевами. Эскимосов около 60 тысяч. Эскимосы – инуиты. Инуиты означают на их языке просто люди. Живут они в провинции Нунавут. Нунавут переводится как «наша земля» на северо-западных территориях Канады. На обратной стороне изображение королевы Елизаветы II в короне. Надпись «Елизавета II, Божьей милостью королевы» и номинал 25 центов. Такая монета, друзья. Всего вам доброго и удачи!